Вы сейчас не уточняете нам конкретно, но у казахстанцев возникает резонный вопрос. Так. Зачем отменяют закон о первом президенте, который давал защиту для членов его семьи, если их нельзя будет привлечь за те действия, которые они на протяжении 30 лет совершали, какие-либо преступления? Вот уточните, вот конкретно, пожалуйста, мы ждем от вас, как от министра юстиции, ответ на этот вопрос. Можно ли будет к ответственности Даригу Назарбаеву, Алию Назарбаеву, Динару Назарбаеву привлечь, если будут доказаны и выявлены преступления за 30 лет Казахстана? Все ясно. Я вам отвечаю на ваш вопрос. В соответствии с действующим законом о президенте, гарантии предусматриваются для экс-президента, для членов семьи они не распространяются. Но закон обратной силы. Вы же только что сказали, что закон... В целом, по Конституции, закон обратной силы не имеет. То есть можно будет привлечь, да? Но это уже в рамках законодательства. Я вот о чем говорю. Привлекать к ответственности можно только по действиям, которые они совершили после принятия, или есть обратная сила? Закон имеет обратную силу? Да, закон обратную силу не имеет. Не имеет. То есть за то, что было во время президентства Нурсултана Назарбаева, нельзя привлечь их родственников, правильно? Я говорю, закон обратной силы не имеет. Скажите, по фонду. Средства были выведены до сегодняшнего дня, если капиталы были выведены до сегодняшнего дня. По фонду Назарбаева, по несколько фондов у него, там у него есть, по некоторым данным, 8 миллиардов долларов. Самолеты, гостиницы. Я такими данными не обладаю. Если можно ли вернуть активы незаконно нажитые государства, национализировать их? Я говорю, я такими данными не располагаю. Нет, я вам...